1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ваше впечатление о матче? 3-0 – такая уверенная победа. Вы играли, наверное, не на очень обычной для себя позиции. Вот ваше впечатление о матче, какие они? Это самое важное в игре. Первую игру дома. Показы, как сейчас был футболист, только уже все понятно, как Краснодар играли. И это очень, я очень счастливый, как футболист, очень помоги, как понятно. Поэтому поздравляю всех команды. А вот новая позиция, ну не новая, может вы играли больше подыгрышей сегодня, удобно вам было так действовать? Да, я думаю через пару игрок и буду больше силы. Сейчас не знаю, есть пару моментов на игру, и непонятно, как друг за друг, можно сказать так. Так, как я сказал, самое важное в игре. Сейчас мне буду есть еще одна неделя работы, и я думаю, в другой игру мне буду больше силы, больше. Будет все понятно друг за другом. А в команду пришел еще один нападающий, Берх. Вот, ну, появляется какая-то конкуренция дополнительная. Не опасаетесь ли ее, может быть? Я думаю, наоборот. Сейчас у меня есть еще нападающий. Это буду помоги команде. Сейчас, не знаю, есть много игру. И дай Бог, мы будем играть два игру из спорта. Это очень важно. Потом, если мы будем дальше, Лига Европы, Лига Чемпионов, знаю, будет очень много игру. Ну, ротация нужна. Да. И это, как мы играли в последнем году, и играли много раз без нападающих, потому что есть момент, где я травма, где Геннадий не может играть, поэтому это хорошо, есть конкуренция, все, самое важное, если все респектуют друг за другом. А насколько Краснодар набрал форму вот в этих трех матчах перед сложнейшими матчами с «Зенитом» и с тем же «Порту»? Насколько команда готова уже, ну, функционально и в игровом плане? Я думаю, это очень хорошо, да, я выиграю сейчас. Больше сейчас мы поедем пить больше уверен, больше силы. Поэтому я думаю, сейчас эта неделя мы будем работать. Есть много времени, мы работаем больше, и думаю, там буду очень сильный. А как вообще оценил результаты жеребьевки, вот когда Порту попалось, что подумал первым делом? Я всегда думал, когда мы играли с командой такие, это лучше. Потому что я думал, сыграть такое больше мотивации, можно говорить так. Поэтому буду очень хорошим.